Каждый ваш лайк очень помогает нашему каналу. Спасибо большое. Какой сегодня классный день. О, вау. Потрясающий вид. Да, ты прав. Нужно запечатлеть этот момент. Угу. Нужно найти кого-то, кто нас сфотографировал. Простите. Да, сэр. Может, просто нас сфотографировать? Конечно, могу. Спасибо большое. Ты готова? А твоя рабочая сторона да. тут? Давай. Да, давай поменяемся. Итак, бам. И... пау. 3, 2, 1... О, хочу посмотреть. Да. На самом деле вы обратились к кому надо. Я фотограф. Вы фотограф? Да. О, крутяк. Да. Клево. Я отлично это умею. А, мне кажется... Тебе нравится, да? Мне не то, что нравится. Я в восторге. Чё-то мне кажется... Кажется просто великолепно. Да, спасибо большое. С радостью. Да, спасибо. Да, спасибо. Потрясная фотка, я в восторге. Я её прямо сейчас запущу. Ты о чем? Она же ужасная. Да, я знаю, но я же не могу ему это прям в лицо сказать. Ты видел его? Он огромный. Так что мы подождем, пока он уйдет, и попросим другого прохожего нас фотографировать, пока этот не видит и, следовательно, не убьет нас. Да. Понимаешь, да. о чем я? В этом есть смысл. И ты хочешь дожить до нашей свадьбы, да? Хочу. 3, 2, 1. Все, он ушел. Эй! Может, пожалуйста, сфотографировать нас? Да, конечно, могу. Да, не против, я ее прокручу. И после этого. Он так всегда делает. Да. Ты готов? Да. Так, 3, 2, 1. Круто получилось. Эй? Думаешь, я тупой? Я думаю, что ты тупой. Нет. Я никогда бы не подумал, если ты не сказал. Ты солгал мне, что тебе нравятся мои фото. Мне нравятся твои фото, и я просто... Он моргнул. Я моргнул. Да. Ты ждал, пока я уйду, чтобы попросить другого тебя сфотографировать? Мы не ждали, пока ты уйдешь. Нет, ты так делал. Ты за нами наблюдал, пока да, шел. Да, я наблюдал. Я когда уходил, ты говорил, что запостишь фото. Да, я запостил. Покажи пост. Если запостил, покажи мне сейчас, покажи мне. Ладно, если честно, я еще не выложил. Я хотел до завтра подождать, потому что сейчас... Очень плохая примета перед свадьбой. Да, это очень плохая примета. Да, так что мы хотели подождать. Да, подождать завтра. До завтра. Я переехал в эту страну, потому что мечтал стать фотографом. О, правда? Ты знаешь, что ты сделал? Ты растоптал мою мечту. Ты брось, дружище, я просто... И теперь я растопчу тебя. Не-не, дружище, давай лучше что-нибудь придумаем. Дай мне секундочку, я покажу тебе, как... А? Что? У нас фотограф отменился. В смысле, свадьба на выходных. И что нам делать? Итак, вам нужен фотограф на эти выходные? Нет. Ну, слушай, я думаю, он отлично сможет справиться. У тебя два варианта. Я буду фотографом в тот день. А какой второй вариант? Ты не увидишь вживую свою свадьбу. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Спасибо большое за просмотр. Другие серии вы можете посмотреть прямо по ссылкам на этом видео или в плейлисте. А перевел и озвучил Виски. Ага.